Мы находимся в национальном парке Секвой. Здесь лежит снег. И перед нами находится самое высокое дерево этого парка. А также одно из самых высоких и больших деревьев в мире. Секвойя генерал Шерман. Ее высота составляет 275 футов. А обхват ствола в диаметре 11 метров. И мы сейчас обойдем ее вокруг. Рядом растут тоже очень большие и высокие секвойи. Они очень высокие. Но это самая большая. У нее очень удивительная кора. Не такая, как мы привыкли видеть. Такое впечатление, что она как голая. Здесь лежит снег, что самое интересное. Достаточно большой. В кроссовочках подготовились. Вот здесь упало или срезали дерево. Можно посмотреть, какой огромный диаметр ствола. Вот этот разрез знаменитый, к которому все подходят. На фотографиях очень много видно. Я думаю, что мы тоже подойдем.